Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. А в этом уроке я хочу вам показать готовый макет цифр, который вы сможете использовать где-то в своем проекте. Изначально в архиве вы найдете вот такие вот рисунки с цифрами, они имеют формат TIFF, то есть они откроются через Photoshop и несколько PSD-исходников, где можно очень легко менять цвета. То есть, например, вы просто кликаете два раза левой кнопкой мыши по цифре, и она у вас должна открыться через Photoshop вот таким образом. Далее, как мы сможем ее редактировать? Здесь, в принципе, немного файлов. Здесь мы видим картинку. Она у нас отключена. Глазик включаем. Два раза левой кнопкой мыши, если кликнем по картинке, то здесь мы можем загрузить любую картинку или залить цветом, чтобы придать нашей вот этой красивой буквы какой-то узор. Например, я уже беру полюбившийся мною фон зебры. Растяну его, Enter, нажимаем файл сохранить, переходим в нашу вкладку основного исходника, и вы видите, как зебра красиво заполняет нашу цифру. Потом, если мы хотим изменить цвет, ниже у нас есть слой красный, два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем и берем любой цвет, который нам нужно. То есть у нас вот такая вот красивая выпуклая с такими переливами буквы, где мы можем задать цвет, наложить свой рисунок. Соответственно, здесь мы можем снять даже глянец и любой другой фрагмент цифры редактируется по аналогии. И здесь еще есть три PSD файла. Один из них давайте откроем, это я закрою. Левой кнопкой мыши два раза кликаю по фрагменту PSD файлу, и мы здесь имеем, значит, заливку, задний фон и уже заготовленные цифры. Также мы можем отключать глазики у папок и видеть, значит, за какую цифру отвечает та или иная папка. Например, семерку берем, здесь в принципе все редактируется также. Здесь можно снять глянец, можно поменять цвет, это здесь. Вы видите, цвет придался такой зеленоватый. Дальше нижний слой, тоже отключение некого градиента. Это можно поменять два раза левой кнопкой мыши кликнув и задать здесь какие-то еще значения, если нам это нужно. Мы можем поиграться здесь. Например, наложение цвета. То есть, если я выберу какой-то цвет, вы видите, у нас буква преображается совсем в другого вида. Такая наливная красная, знаете, как будто бы флакончик с кровью получился. Все, в общем, здесь очень легко меняется. Данный архив вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Если вы хотите сохранить вашу работу в хорошем качестве, мы переходим в файл. Выбираем «Сохранить как». Здесь мы выбираем JPG. Если мы хотим сохранить с бэкграундом, то есть с фоном, да, нажимаем тут «Сохранить», качество 12, наилучшее, и «Ок». Если мы хотим сохранить с прозрачной областью, то есть мы отключаем бэкграунд, конечно же, сохранять нужно будет в PNG формате, то есть без заднего фона. Также сохраняется аналогично. А если нам нужно сохранить для интернета, для сайта, для этого изображения нужно оптимизировать, поэтому мы переходим в файл «Экспортировать», «Сохранить для веб». Здесь, если мы в JPEG сохраняем, качество выбираем очень высокое, 80. Здесь JPG, если PNG, то это PNG 24. И вот здесь, обратите внимание, разрешение очень высокое. Конечно же, для сайта здесь нужно будет убавлять. Убавлять можно прямо здесь. Например, сделать 1000 пикселей. Автоматически у меня... Я сделал 100, да? Делаем 1000. Автоматически ширина, значит, 1000. Высота 667 получилось. Вот таким вот образом. И сохранить. На этом данный урок я заканчиваю. Я надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы,
поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.